Прабхет, Фурион. Земля никогда не была в безопасности, поэтому Фурион никогда не отдыхает. Лидер всех ночных эльфов, Фурион не знает усталости, защищая неприкосновенность леса. Неудивительно, что тот, кто помог победить Архимонда, был призван еще раз в час нужды Сентинел. В его распоряжении ярость леса, ярость природы. Деревья оживают по его команде. Ветер несет его к дальним уголкам исследованных земель. И сама природа наносит болезненные удары каждому, кто бросает вызов его воле. Он больше, чем просто хранитель или пророк. Он спаситель. Блин, у меня ТПшка типа. Только вот попробуй меня затащить. Печалька. Всем привет, друзья! Сегодня у нас гайд на Фуриона. Как вы видите, я нормально телепортнулся и желаю вам хорошего настроения, хорошего позитива и что ж. Сегодня гайд у нас на одного из самых неприятных персонажей, убийц, курьеров, как в прошлом, вы помните, мастер догонов и всего прочего. И по фарму он, кстати, тоже неплохой персонаж. Сегодня разберем его скиллы, разберем его телепорт, его трентиков и разберем, соответственно, ультимативную. Что, готовы? Погнали! Что, друзья, первая способность на нашем персонаже — это спруты. Спруты — такая способность, которая позволяет закрыть нашего вражину какого-нибудь. Вот такое вот кольцо деревьев, оно создается у нас на определенное количество времени. И зависит от уровня прокачки, эта тема вся у нас улучшается. Давайте поговорим по уровням прокачки. В зависимости от уровня прокачки, на первом, на втором, на третьем и четвертом левеле у нас тут длительность улучшается, улучшается КД, улучшается монокост на данную способность. Сейчас поговорим по уровням прокачки, а потом поговорим о фишках, которые можно тут делать. Смотрите, на первом уровне на 3 секунды ставится такое кольцо из деревьев, на втором левеле на 4, на третьем на 5 и на четвертом на 6 секунд. Радиус этих деревьев внутри 150. Дистанция у нас также увеличивается, дистанция каста вот этих вот спрутов. С уровнем прокачки она возрастает. На первом уровне 625 будет, на втором 700, на третьем 775 и на четвертом 850 расстояние. На расстоянии 850 мы сможем поставить вот такие вот у нас тут деревицы. Деревицы эти можно направить на землю, можно направить на героя. Но если герой находится в БКБ, то направить мы на него не сможем, но сможем, так сказать, окольцевать его, если сможем вот так вот на скеле как-то сделать. И, соответственно, по монокостам и колдауну у нас тут все просто. 11, 10, 9 и 8 секунд колдауна, и монокост 70, 90, 110 и 130 маны будет требовать данная способность, друзья. Очень простой в применении спелл, не знаю, я кайфую с него. То есть ты берешь, просто закрываешь кого-то, какого-то enemy просто и все, он ничего не может сделать. Ему либо нужен будет топорик, либо какой-то блинк-аут. Очень простой спелл, я не знаю, можно накидывать на себя, и как бы вижен тут пропадет у enemy, и, соответственно, вот так можно этой темой пользоваться. Ребят, так как это деревья, соответственно, очень легко рубятся топориком или просто тангусами, соответственно, у нас просто это изи контрится данная тема, ну, каким-либо вот этим вот срубанием деревьев. Очень все просто, друзья, поехали далее. Следующая способность на нашем персонаже — это телепорт. Ребят, ну что такое телепорт, я думаю, все знают. Появляются у нас вот такие вот листочки. Тут эти листочки тоже у нас, смотрите, вот такой вот эффектик. Красивый, интересный эффект. Этот эффект видят все, то есть неважно, делаете вы вот сюда в тень, этот эффект видят там в тени. И, соответственно, вот так вот у нас происходит какое-то действие. Опять-таки, это действие можно отменять, как бы тут независимо, знаете. Вот, допустим, обычный телепорт мы отменить не сможем так. То есть мы, опа, вот отменили, и все, телепорта у нас уже нету. А в случае с нашим со вторым спеллом мы можем его отменять и, соответственно, телепортироваться куда угодно. Это глобальное применение у нас идет по карте, и мы можем телепортироваться куда хотим и сколько хотим. В зависимости с уровнем прокачки у нас улучшается тут, так сказать, КД данной способности. 50, 40, 30 и 20 секунд КД данной способности. И, соответственно, каждые 20 секунд мы сможем куда-то летать. Вообще пофиг нам, то есть мы можем на вражеский колодец улететь. То есть разницы нет, маны всегда это требует у нас 50 маны. Очень-очень простая тема, но, к сожалению, большой длительный такой каст. 3 секунды больше, чем телепорт. Телепорт, по-моему, 2,5. Если нет, то поправьте. По-моему, 2,5 телепорт у нас идет. Я даже хочу убедиться. Тут, по-моему, даже... И тайм 90, гоу. Не 9-0, и тайм 90. Сколько у нас секунд телепорт, ребят, ну-ка. Ну, где-то примерно так же, 3 секунды, да? Ладно, не суть.
Просто самому стало интересно. Вот, и в общем, что у нас получается? Персонаж просто телепортируется по карте, делает, что хочет, и все. Эту тему нельзя развеять, ну и можно, так сказать, сбить. Но, так сказать, его, смотрите, вот, допустим, если собьют этот телепорт, вот так вот, опа. Фурион встанет и опять будет телепортироваться, потому что это непрерываемая способность. То есть это не ченнелинг, как, допустим, телепорт. В общем, это все. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на Фурионе очень интересная и очень такая, можно сказать, дикая, потому что Фурион залез. И, соответственно, не залез он никуда, не подумайте, а залез. То есть, for wood, типа для леса, да, я сказал, боже. Ладно, не суть. Смотрите, вот такая у нас маленькая ОЕшечка на первом левеле. И вообще, с чем суть данной способности? Фурион может призвать трентиков на защиту леса. Он, так сказать, пробуждает эти деревья, и деревья бегут и ломают лица. Ну или просто идут как пеньки и убивают саптавр. Ну, как это часто бывает. Ребят, соответственно, смотрите, с уровнем прокачки у нас увеличится количество трентиков. 2, 3, 4 и 5 трентов у нас создается на 60 секунд. Один трентик у нас будет с 500, 50 хитпоинтами, то есть 550 хп в простонародье. 26 на 30 будет его дэмэдж. Давайте создадим трентика. АОЕшка у нас увеличится с уровнем прокачки. Давайте вообще по уровням прокачки поговорим. Смотрите, что у нас с уровнем прокачки? Типа 2, 3, 4, 5 трентика на 60 секунд. Количество маны, которое будет у нас требоваться для создания трентов, это 160 маны всегда. Перезарядка 37 секунд. Увеличится у нас радиус. Радиус создания вот этих трентик. То есть, соответственно, типа, мы не можем из вот этого, из вот этих трех деревьев создать, типа, пятерых трентов. Ну вот серьезно, смотрите. Из этих трех деревьев мы только три трента и создадим. Так что, и поэтому АОЕшка у нас увеличится. То есть, чем больше деревьев, там, допустим, надо, ну вот, чтобы для создания пяти трентов, нам нужно пять деревьев. Типа, деревья у нас, так сказать, пробуждаются и побежали. Смотрите, радиус на третьей способности у нас такой. 150, 225... 300 и 375, пуш, меня отвлекся, и 375 у нас такой радиус вот этих создания трентов. Тренты очень прикольные, их можно две пачки создавать, так как у нас их длительность 60, а КД 37. И, соответственно, вот так вот у нас такие вот пенечки появляются, рубятся деревья в области, и пуджик у нас тут, так сказать, хапает. Видите, его убивают тренты, ими можно очень классно блочить, они такие, ну, очень прикольные темы, у них такой приятный хитбокс, и, соответственно, можно будет прикольно проблочить каких-то там, давайте, стер. О, кайф. Это просто кайф. Вы посмотрите на него. О, там какой париген, посмотрите какой. Боже, все, забейте. Короче, возвращаемся. Смотрите, за трентиков у нас будут давать также золотишко, если их будет убивать. 14-20 золота и 30 опыта. Ну, 30 опыта тут, смотрите, вот тут 30 опыта, типа, это совсем ни о чем, так как вот 5503 и 6000 у нас экспириенс. И, соответственно, по трентикам вроде все. Очень прост в применении. В комбинации с первым спеллом можно вот так вот создавать, то есть трентиков, и все, на самом деле, ничего сложного нет. Друзья, вот на самом деле очень простой спелл, помогает очень сильно пушить, вы прыгаете, сразу создаете трентиков и вроде ничего не упустил. Дальность применения, дальность создания 750 расстояний, ребят, надеюсь, ничего не упустил и в принципе это все по трентикам. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на Фурионе — это у нас ультимейт. Ультимейт — прикольная тема на Фурионе, потому что реально позволяет очень сильно либо отпушить вот такую вот тему, либо просто продамажить драки, помочь, так сказать, и, соответственно, очень прикольная тема, ребят. Смотрите, мы можем этот ультимейт направлять на землю, можем направить на enemy, можем, так сказать, направить на крипа, и, соответственно, что будет, если мы направим на землю? Мы направляем на землю, у нас полетели вот такие отскоки, они летят по всей карте и, соответственно, вылетают у нас сюда. То есть они, куда вы направим, оно вот так пойдет, то есть, соответственно, вот сюда направили, оно вот так тык-тык-тык-тык тут поударялось, идет на центральную, ближнюю цель и сюда. Допустим, разницы нету. Этот ультимейт, он имеет глобальное применение. Тоже можем вот сюда в крипа засадить. Смотрите, сейчас тут подскакивает, полетело. Раз, и полетело у нас на центральную. Но на центральной уже никого нету, и, соответственно, как-то так и работает. В общем, смотрите, в чем смысл данного ульта. Каждый отхок тут, тут есть инициал дэмэдж. То есть тут 140 инициал дэмэджа базового, но в зависимости от уровня прокачки. Смотрите, 140, 180, 225 базового урона. И от этого урона, от 140, 180 и 225
будет у нас далее возрастать урон с каждым отскоком, а отскоков у нас 16, на 7%. Таблички, ребят, привожу. Таблички, вот они, смотрите, по табличкам. Отскоки, то есть урон отскока без учета резистов. Это урон от отскоков без учета резистов. То есть, соответственно, 16, за каждые 16 отскоков у нас урон увеличит 140 плюс 7%. Потом у нас получается, что 149 плюс 7 еще процентов. И вот так вот оно вот так вот идет, возвращается. И, соответственно, оф, так, хорошо. И, соответственно, у нас дэмэдж на Фурионе с ультимейта становится намного больше, ребят. Очень прикольная тема, есть у нас тут аганим, по аганиму немного позже поговорим. В общем, смысл данного ульта очень прост. Насколько я знаю, еще дает у нас вижен, то есть, соответственно, когда Фурион кастует ультимейт, его видно становится по карте, то есть он раз, плюхнул вверх такой, смотрите, вот, то есть вот создал вот это вот действие, его сейчас видно краткое время, и он опять тухнет. И, соответственно, полетели у нас молнии. Допустим, если тут стоит вард, он у нас прилетит, этот ультимейт, в крипов. Здесь немного ударится, потом туда пролетит, ударится. То есть, очень прикольная тема. Ходили мифы такие, что если вы хотите продамажить максимально персонажа, которого, допустим, который стоит здесь на топе, то нужно кидать ультимейт в противоположную сторону. Тогда ультимейт у нас пролетит, здесь подцепляет и под конец прилетит сюда. И, возможно, вот этот 16-й, так сказать, отскок попадет именно четко в того персонажа, которого вы хотели, в принципе, и за, так сказать, законтрить этим ультимейтом. Да, это так и есть, ребят, потому что ультимейт идет, он идет тык-тык-тык-тык-тык здесь, потом тык-тык-тык здесь и пошел наверх. То есть, соответственно, он идет в противоположную сторону. Очень простенький ультимейт, ребят, и, соответственно, вроде все. По перезарядкам, по монокостам, смотрите, КД 90, 75, 60 и монокост 175, 225 и 275 маны будет требовать ультимейт. Очень прикольный ульт, потому что позволяет быстро фармить и очень хорошо отпушить. Ребят, уже, в принципе, заговорился, вроде всю тему объяснил, как его кидать правильно. Кидать, если вы хотите, чтобы на топе сильнее продамажило, киньте его по низу. Если хотите, чтобы на низу сильно продамажило, то есть противоположно нужно кидать. И все. Более ничего не нужно, ну, можно, в принципе, если там кто-то лоу хп, можете прям целенаправленно, если думаете, что у вас хватит, допустим, 140 урона, чтобы добить его, можете просто кинуть вот так вот в цель и все, то есть, и более ничего не происходит. Гоу, поговорим о аганиме. Итак, друзья, перейдем мы сейчас к нашей ультимативной с аганимом. Смотрите, я уже просто тестирую тут просто на приколе, посмотрите, как я сильно все запушил. В общем, что у нас происходит, когда Фурион ультует? И вообще, в принципе, что у нас улучшается с аганимом? Во-первых, с аганимом у нас улучшается инициал дэмэдж, то есть, соответственно, 155, 210, 275 урона, это будет базовый дэмэдж, от которого будут уже 7%, так сказать, отскоки. Отскоков у нас становится 18, то есть уже на 2 больше, чем было. И что у нас еще появляется? Смотрите, с покупкой аганима у нас вот такие вот трендики появляются, если в случае, если мы добиваем или в течение 4 секунд у нас умирает какой-либо крипчик, вот такой вот дебафчик, видите, да? В течение 4 секунд есть у этого крипа возможность переродиться, так сказать, в трента, и вот такой вот мясной трентик обычный появляется у нас, и он будет, так сказать, идти пушить, но тут нужно, ребят, так сказать, с головой к этому относиться, потому что если вы видите, что там, так сказать, есть в врагах у нас алхимик, то, соответственно, не стоит, скорее всего, этих трентов, так сказать, очень много плодить, потому что вы просто зафидите, закормите всех. И у нас тут еще есть такая особенность, я вот сейчас смотрю работу Линки, Линка работает очень некорректно на Фурионе, так сказать. Смотрите, Фурион, когда ультует таргетно в enemy, смотрите, наносится урон, сбивается Линка. А если не таргетно он это делает, то все работает нормально. Давайте сейчас посмотрим. Смотрите, если Фурион не таргетно кидает, то есть вот он не таргетно кинул, отскакивает в нее, этот отскок блокируется. А если целенаправленно, то есть и ульт Фуриона летит как надо, и целенаправленно, так сказать, и как бы и Линка сбивается. Я вот это и не пойму механики, хотя написано на сайте совсем по-другому, что Линка должна блокировать не отскок, а само направленное действие. То есть, соответственно, вот, то есть вот это она должна, Линка, так сказать, заблочить. Видели? Я сейчас заблочила вроде. Я вообще не пойму, как это работает. Может, это в лобби так работает? То есть я реально не пойму. Смотрите еще раз. Фурионом сейчас попробуем бахнуть в Линку и...
Линк сейчас откатится, все, откатилось, бахаем. Дэмэдж проходит, вы видели? Дэмэдж прошел. Я не знаю, как это работает, почему это так работает, но надеюсь, как бы это все вскоре починит. В общем, отскок блокирует, а целенаправленный не блокирует. То есть, смотрите, вот, целенаправленный дэмэдж. Дэмэдж прошел, в любом случае. И отскок. Отскок. Все равно, так, это уже был не отскок, это целенаправленный. Или нет, это был отскок. Короче, в общем, это работает очень криво, я не знаю. Крипы еще эти душат, ужас просто. Отведем немного на колодец, поддефимся. Просто сейчас и нету крипов. Боже, рей не могу написать, смотрите. Кидаем, линка есть. Должен прилететь отскок. Отскок заблочило, смотрите, отскок заблочило. Целенаправленный дэмэдж не заблочило. Вот это как-то непонятно работает, хотя написано, что это по-другому должно работать. И, в общем, такое. И, смотрите, самое главное, что нужно вам сказать, ребят, это что если Фурион убивает у нас вот тут вот эту венгу с, так сказать, ультимейта, то есть вешает на нее вот этот дебаф, и что у нас произойдет? Когда у нас венга умрет, давайте ее немного раздамажим. Оно с венга умрет, и, соответственно, что мы получим? Смотрите. В течение 4 секунд, когда венга у нас умрет, появляется здоровый вот такой тренд, который имеет большой дэмэдж. Большой дэмэдж, очень много хп. И он просто дико ломает, посмотрите. 78 на 90 дэмэджа. Очень такой простой трендик. С обычных крипов у нас появляются обычные трендики. А с большого, так сказать, вот такой вот большой. Я просто, ребят, уже долго сижу тещу и не мог с линкой с этой разобраться. И я вот даю вам фишку, что если хотите, так сказать, enemy продамажить, то вам придется, скорее всего, целенаправленно в него кидать. Ульт у вас не заблочится. И, соответственно, несете вы дэмэдж. Но отскок, отскок заблочится, ребят. Вот это я только что протестил. В БКБшных ультимейт не работает, даже дебаф вы не накинете. Ну и, соответственно, это магический урон, который возрастает. По табличке, ребят, табличка дэмэджа с аганимом, вот она, смотрите еще раз. Просто я уже очень долго тещу, это реально уже немного подзапарился, немного забыл. Смотрите, вот дэмэдж — это количество отскоков, 18 отскоков, и каждые 7% эти отскоки у нас растут. Соответственно, вот такой огромный трендик тоже появляется у нас и душит, душит, душит. Длительность 60 секунд. Ребят, в общем, надеюсь, вам этот гайд понравится на Фуриона. Вроде все досконально объяснил по аганиму, по ульту. Надеюсь, ничего не опустил, потому что очень не упустил, потому что очень много информации идет. И, соответственно, в этом всем нужно разобраться и досконально все объяснить. Это реально не очень, так сказать, просто. Ребят, спасибо вам, что цените, так сказать, вот эту всю тему, которую я для вас делаю. И реально, ребят, спасибо вам, что вы у меня есть, что вы поддерживаете. И знаете, что я хочу? Я хочу, знаете что? На самом деле я не туда тпхнулся. Давайте пробежимся. Я не знаю, я очень хочу это затестить, ребят. Просто извините, в гайде это будет. Это очень жестко, это очень жестко. На! Смотрите, что за бешеный пуш. Прикиньте, рейд-босс какой. Давай. На! Давай. Ну-ка, пуш, покажи, на что способен. А ну, на! Ой-ой-ой-ой-ой, что сейчас произошло? Ребят, кто сможет убить колодец с одной тычки? Иди сюда. Ударь. На. Господи, что с этим пуджом, ребят? В общем, я надеюсь, вам этот гайд понравится. Желаю вам всем приятного просмотра. Так как говорится, Фурион по фарму чемпион. И поехали смотреть практику. Покажу, что я могу на этом персонаже делать. И что, в принципе, можно на нем делать. Поехали. Эш, парич, нах. Ну что, друзьяшки мои. Друзьяшки, поехала у нас каточка на Фуриончике. Фуриончик по фарму чемпиончик. Сейчас мы будем играть так, как никто не играет. Сразу пишем игнор ал и поехали. Знаете почему? Потому что сейчас будет очень жестко. Ребята, я куру себе возьму, но она будет висеть там. Хорошо. Поехали. Вот так вот. Но сейчас желательно тут не вести. Сейчас еще таверны видно. Но мы сюда сейчас курой долетим. Забираем тут контроль. И поехали, парищ, нах. Жаль, не хватает. Гоу-цешки возьмем. Ребят, пойдем немного постоим лесочек.
Немного как лесочек. Лейн, сначала лейн постоим, а потом... Пойдем так, вот здесь останавливаем. Здесь останавливаем пока что. Потом отправим. Так сказать, чтобы все было поинтереснее. Курьер будет у нас там на чек висеть. Повесим его где-то вот здесь. Вот постараемся не запалиться. И, так сказать, это старая фишка, ребят. Очень старая фишка. Я извиняюсь. Как обычно у меня в горле першит. И что там у нас? Хускары. Ой-ой-ой-ой-ой. А что тут попахивает Фурионом с Блейдмейлом, что ли? Ребят, моя любимая страта сбора Фуриона. Называется «Собери Блейдмейл и убивай всех». Сейчас посмотрим, на самом деле, как это будет все происходить. Не знаю, я так давно на Фурионе не катал именно по-мощному. Сейчас посмотрим, что можно придумать. БМ догон и поехали. Слушайте, а там у нас же минер. По карте не видно, где он минирует. Минер, может тут ставить где-то. Тут не ставит. Хорошо, ну пеньков, если что, вкачаем. Пеньками будем прочекивать. В любом случае. Что у нас будет происходить? Два щитка. Зомби на низу, с томбой. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Так, все, пропикали. Один парень там не допикал. Аккуратно проведем. Все, полетели. Вот так вот. Хорошо. Все. Отлично. Ну, ребята возьмут, не буду у них рун забирать. Она мне, в принципе, не сильно нужна. Так что держите в курсе. Вот сюда долетаем. Куру близко желательно не подводить, потому что она суицидится рядом с колодцем. У нее есть баг. Баг, не баг, не знаю. Все, отлично. Вот видим всю тему здесь. Надеюсь, нашего курьера не видно. Посмотрим. Если честно, давно не пробовал эту страт на 85-й, потому что на 85-й немного все по-другому. Поэтому, друзья, попробуем сейчас почуть на этой карте, на 85-й. И, соответственно, как-то попробуем задушить эту всю тему. Так, забрали всех крипов зомбика. Надеюсь, он не обессудит. Опа, у нас тут минер, да, гоу. Поднимем пацанов. Зачекаем. Опа. Опа, отлично. Парень, наверное, на минере недоволен. Я бы тоже не был бы доволен, блин. Как так-то? Как так-то? Так, Price of the Moon взяли. Минерчик. Не знаю, будем тычковаться пока. Да ты не добьешь там даже, не пробуй. Сейчас чуть подфармим, ребят, и пойдем леса колотить. Потому что леса колотить на этом герое — это прикольно. Вообще можно изи минера убивать тут на линии. Прям изи-изи. Изи-изи. Тамир-тамир. Знаете, да? Пойдем руну собирать. Изи, тамир, тамир. Че, у нас на топе никого нет? А, баран на топе, я понял. Гоу, идем за руной. Рики на минду, че за катка? Страшно, вырубайте. Инвиз мне не нужен. Абсолютно. ДНД пишем сразу. Так, на топе там два фермера, гоу. Фарм, ребят. Зомби дадим там экспу. На 85-й карте фарм в лесу — это, конечно, зашквар. Но я хочу зомбику дать немного экспы. И сам тоже, так как так сказать, в экспу уйти немножко. Он там постоится, у него будет гуд. И надо базилочку прикупить. Я так чувствую, тут фарм будет катка, поэтому нужно будет можно больше вывозить. Спрутов пока качать не будем, тупо немного в лесу постоим. Очень просто на данном герое стоять в лесу, я не знаю, тут никаких проблем не будет никогда у вас с, так сказать, состоянием леса. Сейчас крипы здесь резнутся, их будем убивать. Отлично. Хорошо, и ману по КД накидываем, потому что монокост большой на способность. Есть у нас базила. Базила позволяет нашим трентам жить побольше, потому что у них армор сразу повышается. О, зомби там бедненький, хапнул очень сильно.
Сейчас немного тут пофармим. Ой-ой-ой-ой, там закидали зомбика. Закидали просто. На линию надо выйти. Спруты не спруты, големы триггерятся сразу, страшно. Посмотрите на них. Гоу, выходим на линию, подефимся. Немного апнем экспириенса. И будет далее интересно. Хорошо. Отлично. Зомби неопытный, видно. Крипчиков лупит без разбора. Ага, Патма ушла на руну, да? Гоу линию попинаем, раз зомбик у нас... Не, может вообще на данном персонаже изи в ганге выходить. Но у нас пик какой-то небалансный и... Ну можно Рики, блин, кануться. Прилупить, гоу. Сейчас. Сейчас, там сапожок. Реюзнул. Ну я реюзнул, но сапог бы ему там все равно не помог. Типа, блин, ну куру отправлю туда, пусть он там заберет. Гоу базилу выключим, наверное. Или гоу включим, попушим. Гоу лучше включим. Суицид бежит делать, что ли, ты что? Души его. Суицид бежит делать. Смотри, что делает у нас чел. ТП, юзай. Заберешь свой сапог там. Глупый, блин. Байтит меня. Все, хорошо. Боже, такая ару банальная. Ну, я тут занят с курьером был, потому что там чел. Забери вот здесь свой сапог, пожалуйста. Все. Ужас. Ужас с этим курьером. Просто ужас какой-то. Гоу, сапог, короче, ТПшка. Даст и есть, можно поесть. Вот сюда ТП делаем. Фармим пока. Потому что что-то как-то не удалось у нас. Ару такую словил, банальную. Ну, очень пассивная игра, стоим просто пассивно, не знаю. Все лес фармят, пара не бегает. Я тоже не буду суетиться. А зачем мне суетиться? Я лучше экс буду свой получать. Патма фазы купила. Ну, с ферзблада уж, извините, не купить фазы, это типа бред на самом-то деле. Гоу подеремся. Пар побежал, сразу упрыгала дурочка, но нету у меня КД, 7 секунд. Ультимативная была бы, было бы классно. Гоу побьем, липа нету у нее в любом случае. Хорошо. Отлично, ребятки. Отлично. Задушили пацана, так сказать. Бар молодец. Сейчас поактивничали немного. Создаем спрутиков. Манку кидаем. И душим далее. Приходим на такие, так сказать, атаки. Надо бы на Рике сбегать в лес. У нас два лесника, типа, чтобы вы понимали. Но я, типа, даю зомбику экспу. То, что у нас тут, как бы, легион в лесу. Хрен его знает. Типа тут мой лес, извините. Фурион это лес. Уж извините. Ух, там некур досталось-то. Ужас. Так, ПТ-шка есть. Тут по-разному на самом деле можно, что хочешь собирать. ПТ, фазы, разницы нету. Можно вообще в саппорта уйти. То есть тут, ребят, все зависит от пика. Но я смотрю, нам тут дамажить некому будет. Поэтому ПТ-шку сделаем, ПТ, и скорее всего начнем какую-то агрессию собираться, потому что... Можно вообще мидас сделать. То есть не будет зашкварно сделать мидас. То есть вы спокойно фармите. Изи-каточка намечается, там все дела. Кого фармируем. Вообще можно ее шугануть на лип, так сказать. Не шугается пацан. Страшно, вырубай. Ча. И уйдет, да? Ну, конечно. Молодец, Патма, нормально мутит. Хорошо.
Так сказать, пока стоим. Не знаю, спрутов я размаксивать дальше не буду. Хочу телепорт размаксить. Гоу. Фармим. Как можем. Так, ну вардики упали. На бламинки сбритьте. Хорошо. Можно подушить тавер, но тут проблема в том, что там, возможно, будет и есть уже мунлайт, и я не хочу как-то умирать. Дальше возвращаемся в лес. Там еще, там два инвиза, типа, на самом деле. Топ у нас спушили. Не знаю, бара. Вольтанем. Вольтанем. Подфармим. У Рики лоу хп. Я уже не увидел. За картой тоже на Фурионе очень главное следить за картой. Вот сейчас не видел, что Рики там лоу хп. Но я тоже тут как бы не сильный боец сейчас. Можно сделать ТП на базу сейчас, но... Типа это мне особо ничем не поможет. Я хочу сделать мидас. И с мидасом уже дальше играться. Уйдем такой в глубокий лейт, знаете. Тем более первая катка разыгровочная. Я так на лайте, можно сказать, сижу. Можно не париться сильно. На лайте вообще по кайфу. Так что можно, вот одна из страт, как бы все АФК, и ну ладно, я тоже АФК поставлю. Чё страшного, я сами разберутся. Нет смысла там лезть. Пацаны смогут. Хорошо. Фуриончиков, трентиков за собой тянем, потому что, возможно, будет закидывать ару. А ару нам нельзя ловить, ни в коем случае. Уф, сколько там хп осталось. Там потма. Отма. Гоу ТП на базу так сделаем. Отма молодец. Душит. Гоу мидас. ТПшечку. Хорошо. С базы кинем ультимативную. Желательно добивая одного крипа какого-нибудь. Ну вот просто, допустим, вот смотришь, где лоу хп крип. Желательно закидываешь в него, чтобы 100% добить. И дальше потом ульт уже как повезет, так подобиваешь. Он типа, ну, один, там, два, сколько крипа еще. Не, одного только добил, вообще ничего не сделалось больше. Опа. Он типа меня может изи убить на самом деле тут. Спруты пусть помогают. Фига там вижен. Потма молодец. Я пока слабенький. Чуть-чуть приоденусь, сейчас ПТ-шку сделаю хотя бы. Мидас есть. Блин, нам на топ бы кто-нибудь, чтобы встал. Но я Хускара боюсь. Ладно, пофиг. Пойдем на топ, потому что у нас все в лесу сидят. Это что такое? Это не дота, ребят. Это не дота. Это бред какой-то. Хускар лоу хп в лесу бегает. Это не дота. Дота это когда все душат пятером. Когда есть тимплей. А не когда тупо афкашишь. Вот там дота какая-то происходит. Жесть. Сейчас было бы второе ТП. Я бы слетал, но нету второго. Сейчас будет уже. Хотя он там один. Под душем крипов тут уже. Фуриона очень хороший дэмэдж на самом деле. С руки. Вот мы идет. Надеюсь, я тут не взорвусь. Гоус, еще поднимем трентов. Хорошо. И на базу уйдем. Гоу на базу. Хорошо. Гоу. ГР. Бахом ультимативную. ТП-шку берем. Некр и минер, да? Некр и минер. Восьмой левел минер. Очень даже прекрасно. Гоу. ТП делаю. Нормально. Тут проблема в том, что у нас нет, смотри. Опа, Хуск идет. Хускара тоже сейчас прибьем. Хорошо, с руки долби. Че пришел, пацан? Вообще непонятно. Гоу, за тавр запушим. Командная игра, так сказать. Фурион это командная игра. Единственная тут проблема в том, что сейчас, возможно, тут будут бочки. И что-то как-то, ну, толпой не хочется тут дохнуть. Гоу, вот здесь как-то аккуратно встанем. Но единственное, мне сейчас ару может прилететь, я отсюда даже никак не увернусь. Это плохо. Телепорт дамаксил.
Хочется с телепортом быть. Хорошо. Все, отходим. Что там на топе у нас? Скрипчики есть? Гоу, сюда. Не знаю, не уверен. Я, правда, в этом муви сейчас. Не уверен. Но пофиг. Поднимаем спрутов. Вообще, очень сильный сплитпуш от Фуриона всегда идет. На самом деле, тут гадалки не ходи. Сплитпуш, как бы, ну, есть такое дело. От данного героя прям веет сплитпушем. Крипчиков не хочу подставлять, гоу. Кто там у нас? Потма. Потма на топе. Тут два, там два, все. Пушим. Пушим просто. В этой игре я, наверное, не буду поднимать ультимативную. Прям в агоним. Не знаю. Гоу, еще мяско создадим. И душим тэшку. Задушили тэшку. Отлично. Очень хорошо. Оп, закинули. Че, next там будем собирать? Скорее всего, будет типа какой-то... Опа, я делаю ТП. Вовремя нужно. Оп, закинули. ПТ на силу. Хорошо. И помогли, и запушили, так сказать. Вот она, правильная игра. Правда, немного некомфортно. Я 3 дня не играл, жесть как. Очень тяжело все контрить, на самом деле. Отвык. Спрутиков отводим в лес, ребят. Ой, Фурион как вздрочнулся. Влево-вправо, гоу здесь пофармим. Хорошо, и пушим дальше. Отлично. Че, гоу на Б. Он постоянно взрывается. Ты серьезно? Хорош. А что, без КД, что ли? Там КД дикий. Хорошо, запушим Т-шку тогда. Вообще очень жестко тут, типа, ну, на ФП нам играть, потому что... Гоу поднимем, пацанов. На ФП очень жестко играть, потому что у нас такой пик. Опа. Даст и дам сразу. Хорошо. Гоу, ТП на базу. ТП на базу сделаем. Лотарс Эйдж купим. Закидываем. Рано ТП. Гоу сюда. Опа. Душим пацана. Стой. Стой! Хорошо. И все норовят застилить. Немного тяжело. Вообще не понимаю. Микри сейчас очень тяжело, ребят. Ну, это самый, наверное, провальный гайд будет. Да, походу, самый провальный гайд будет, потому что очень тяжело микрить. Я сейчас и не могу просто играть. Да, жесть. 3 дня не поиграл в доту, и сразу такой насос. Вообще не понимаю, что происходит. Душит минер, страшно. Че, БМ есть, можно поесть, как говорится. О, а тут на рипера-то посадочка. Тут на рипера посадочка. Так, ну что, ладно, продолжаем. Есть у нас Лотарс Эйджи. Можно бегать безнаказанно. Нужно только взять центрики и пушить. Гем второй сайт взяли у нас, вижу. Кто у нас гем взял? Зевс? Серьезно? Серьезно? Game of True Your Sight. Пробовать курьера убить. Да вот не знаю, получится ли законтрить эту тему все. Курьер жирный. Ну я тоже с руки могу навалить. У меня лотар как-никак есть. Тем более уйти смогу. Йо, попробуем курьера завалить. Потому что сейчас курьер апнутый. Сразу. Тогда раньше в то время до апа курьера... Ух ты, какая арл. До апов курьера можно было его много раз убивать. Много раз. Вообще на Фурионе можно, да, некров спокойно выфармливать леса и потом просто выходить и выигрывать игру. И все. И не париться. М? Бот кто-то купил.
Евелинкш. Сейчас почекаем, заберем. Почекаем, заберем. По рунам можно летать на Фурионе по КД просто. Ну, что хочешь, то и делаешь на самом деле. Куда захотел, туда полетел. Так это и работает. И добил. Оп, тычку. Тычку. Ну что там, курьера отправляет кто-нибудь куда-нибудь? Два на базу пошла зачем-то. Жесть, конечно. Рики дерется, но я ультой там помог. Ультой помог. Гоу, некро выформим. Тут некра нужны будут нам. Блин, курьер полетел. Я прогулял, куда он полетел. Вардик можно еще поставить у них на базе. Наверное, мы сейчас так и сделаем. Лучше варди поставим, потому что с дасты мне уже вообще не нужны, в принципе. Я ими вообще, в принципе, не пользуюсь. Я все линии подпушиваю очень сильно. Смотрите, как я отфармливаю. Я просто по всем линиям летаю. Забираю весь фарм. Внизу был курьер, да? Понял. Две 600 уже есть. Хорошо, можно лесочек прыгнуть? Можно сюда прыгнуть. Ой, ну тут опасно. Под мины еще прыгну сейчас. Под ремоуты, так сказать. Хорошо. Гоу по топу. Пройдемся, некров возьмем. На низ. С интрички бы взять, вообще было бы идеально. Гоу на базу. За сентриками. Продаем дасты. Некров возьмем. Некра первого левела, это на самом деле, ну, никчемная такая тема. Так, нас там победили, гем забрали. Такие молодцы. Молодцы. Купил сентрей, чтобы сдохнуть от мины. Дебил. Ну, не знаю, фейл, не фейл, ребят, но типа это смешно. Это смешно. Типа... Ах, блин, вот как вот так вот? Ну вот серьезно, ты понимаешь, знаешь, что там мины, и прям на мины телепаешь, ну голова не соображает. Так сказать, не, до, не дотерская голова еще. Армлет. Че у меня так ассистов много? Где мои фраги? Так ты ж леса только фармишь, да? Понимаю. Ну, поможем. Дабл тычку сработал. Понял тебя. Понял тебя, братан. Без Б. Что, он опять там минирует, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сильно, сильно. Сейчас тут зафармим. Выведем на линию. Выйдем на топ. На этот раз на мины точно не прыгнем. Держите в курсе. Типа это ржачно, когда ты тпшишься. Сразу на мины. Так сказать, ошибки на ошибках. Забавно. Уже не крафт второго левела сейчас будет. Ютай, вот, ну, блин, вот, ну ладно. Я сам только что так поймался, типа. Сейчас будет все. Сейчас все будет, пацаны. Нет, это не я. При
и летит, а у меня ТПшки нет. Печаль. Вот когда увидел курьера, что он летит. А ТПшки нет, к сожалению. Пушаем тут крипов. Хорошо, уходим на низ. Эх, не забрал. Поднимаем тут крипов. Главное сейчас вард поставить. Вот сюда. Хорошо. На этот раз я уже точно не сдохну тут. Так сказать, этот тавр уже до душу. Сейчас некра 3 уже будут. Хорошо. Хорошо, некра 3 есть. Кого на базу слетаем. Там есть чем убивать некрономикон, поэтому не вижу смысла. Вернее, есть чем трентов убивать, поэтому не вижу смысла выходить в аганим. Аганим, да, круто, фарма очень много будет. Минер там минирует. Поможем ребятам. Хрен с ним. Стой, Хускар. Вот, мы поймал. Хорош. Говникров поднимем. Тэшку сломаем. Так сказать, играем в пуш. Где там синий? Иди, братан. Вперед, чекай. Хорошо, нет, ничего тут, никаких проблем. Никаких проблем тут нету. Ломаем. Минер там уже ставит что-то. Ставит что-то. А, это Рикимару. Поднимаем еще мясо. Ломаем. Просто ХГ сейчас зайдем. Хорошо. Го на... Блин, на топе там типа мины есть 100%. Нету. Лол. Серьезно? Надеюсь, я тут не сдохну сейчас. Потому что от мин поставил. Я нормальный сентрик поставил. Он где-то там ставил по-любому. Такой пушерский фурион у нас получается. Да, ну, блин, а как по-другому? На пуш, так сказать, играем. На... Вообще фурион на пуш вообще, в принципе, и, так сказать, и герой. Это пуш-герой, в принципе. В принципе, это пуш-герой, о чем речь тут. Гоу его задушим. Цена этого. Закрываем легиона. Хорошо. Хорошо. Гоу. Полетел ультимейт. Жаль, ничего не собрали. Ну, не самая яркая, если честно, ребят, игра на фурионе, но... Такая, знаете, дефолтная, в принципе, игра, я бы сказал бы. Пушишь и как бы хорошо сейчас манту сделаем. Можно дезольт сделать. Можно на файт что-то сделать. Тут вариативности, что данному герою собирать. Миллион всяких предметов на самом деле. По низу героев наших отправили. Хорошо. Страшно на самом деле тут по лесу ходить. Вдруг где-то заминировано. Пока тут подфармим. Эти ребята там идут, тоже пушат. 43 секунда. Хорошо. 3500 есть. Можно дезоль, в принципе, попробовать сделать. Пуш, так сказать. Пуш. Так, сюда отходим. Успеем левых крипов отвести? Нет, не успели. Гоу дезоль сделаем, почему нет? Типа в пуш. Почему нет? Дезоль уже есть.
Очень простенький артефакт в сборе, очень дешевый. На 28 минуте, в принципе, с таким айтем билдом будет, в принципе, актуален. Кого продадим вот эту штуку. И поехали. Медиора поймал. Найс. Че, сентрички берем? Тпшимся низ. Сейчас, подождите секундочку. Пишемся низ, поднимаем некров. Хорошо, и пушим ХГшку. Ставим сентричок еще один. Изи ХГ на самом деле, вот эту бы еще хрень убить бы. Хорошо. Fast Push Gaming, поехали. Ну, это нельзя сказать, что это Fast Push Gaming, но типа на Фурионе так и играется, в принципе. Сейчас кто еще придет, можно еще и наказать тут, на самом деле. Go, вот это подпушим. И думаю, что нас тут поймают, на самом деле. Мы тут все ломать просто будем сейчас. Все, go, уходим отсюда. Уходим отсюда. Кстати, в инвизе можно тпшиться вот так вот, забыл сказать на этом. На гайде, на теории, так сказать, на практике. Ну, ребята некоторые практику не любят смотреть, потому что она, как правило, бывает скучная. Вот, например, как это, не знаю, сам геймплей. Я постоянно пытаюсь разговаривать, что-то рассказывать интересное, чтобы было более интересно смотреть какие-то гайды, премьеры. Соответственно, вот сейчас полезное тоже дело сказал, что можно так в инвизе тпшиться. Можно Рошу соло забрать, кстати, я потяну. Пытай на ловкость можно врубить. Быстрее долбить будем. Мне звук Дезоля нравится. Классный звук. Классный. Так, там у нас, кстати, Патма с этим, с гемом. Гоу крипчиков забирать с ультимативной. Хорошо. 3к есть, можно поесть. 3к есть, можно поесть. Сакрет. Возьму БКБ, убью. Смешно, конечно, когда Фурион с БКБ влетает в драку. Но... Гоу сюда ТП-шку. Тем не менее, низ мы снесли. Можно сделать манту, если мы прям в тотал пуш идем. Лайтовый такой пуш на самом деле получается. Я сильно вообще не напрягаюсь. В принципе. Лайтовый пуш. То есть я не старался. Я если честно, думал, какая тут катка, как тут играть, через пуш или не через пуш. Думал, если честно, через пуш пойти или нет. Яшку. Тут не знаю как. Через пуш думал или не через пуш пойти. Как видите, пойдем через пуш. Хорошо, на топе сейчас сделаем ТП. Курьера можно сразу отправить. И тут заберем сейчас пару крипчиков. Хорошо. Опа, лес-то почищен. Не знаю, не хочу я здесь некров поднимать. Если буду даст, я буду драться. Давай, Рикимару. Вот он, Фурион, пофармил. Опа, вот они, бочки. Синего отвести, а вот этих вот заставить душить. ГГ. Рики обоссан просто. Он от позора ливнул Рикимару, что его Фурион убивает. А что значит пофармил, ребят? Лол. Рики просто от стыда сейчас ушел. Ребят, ну сыграли в пуш, я не знаю, честно, по-другому как-то. Тут я в этой катке не видел потенциала играть в пуш, так сказать, гейминг. Сыграли. Пуш гейминг. Страшно туда на ХГ подниматься. Вообще надо тычку дать и уйти. Дал тычку, это шо?
и пушим дальше. Ладно, никого нету, буду допушим. Хорошо. Хорошо. Отходим. Сейчас пацаны забайтятся. Рики там заюзали. На миду дерутся. Поднимем крипов. Да отвали от меня. Хорошо, успеем. Оп. Как он такой, Илон Маск? Бедный там. Там легион просто, МКБшный уже. Там легион так нафармился. На гангеле. Можно сделать тревела на данного героя. То есть я бы уже был бы в драке, в принципе, в теории. То есть брать просто, делать ТП, допушивать и все. Допушивать и все. Гол сюда. Ты что, меня убить хочешь? Интересно, а БМ есть? Нету БМ. Хорошо. Опа, это уже страшно, вырубай. А мы сделаем вот такую фишку. Хорошо, зажали себя и улетели. Там может по-другому никак. Пойдет. Нормально, но они без, так сказать, безуспешно сейчас будут дефиться на самом деле, потому что шансов у них нету вообще, в принципе, сейчас уже. Бары. 13 ассистов. Бара, блин. Вроде АФК стояли всю игру, но получается так, что... И, в принципе, в ассисты... Я топ-ассистер на карте, но, типа... Фуриона можно, в принципе, и убивать. Можно и на ассистах. Можно и убивать. Но вообще проблем не вижу никакой в этой игре. Вообще никакой проблемы не вижу в этой игре. Пушить прям, пушить на изи получается. Много фейлов было в этой игре просто по фану. Раз. По другой линии что ли вас развести? Пацаны, вы шо? Ультуем. Какой last item можно сделать на данного типа героя? Да тут, блин, типа... Опа, а тут что, вард стоит? Боже. Вард стоит. Что за ару было? Это что, мапхак? Да никакой мапхак, там ару. Там дагер, наверное. Ой, дагер. Вард, наверное, стоит все равно. Где-то тут вард стоит. Я не знаю, она такая, такую ару кинула уверенную прям. Не знаю, вот тут вард, что ли. Надо чекнуть. Тут чек. Чек вард, плиз. А чем мы прочекаем? Я единственный, кто рейнджевик. Где Зевс? Зевса нету, Зевс таверни по КД. Хм, странно. Очень уверенный такой ару был. Очень уверенный ару, прям... Ну, молодец, Патма. Молодец, безусловно. Красавчик. Так, там Линка, да? О, сейчас бабах будет. Ару. Ха, успел так умереть. Так, ну они это миллион лет будут дефить сейчас. Ладно, сейчас будем пытаться заходить в любом случае. Патма, молодец. Хорошую ару кинула. Давай, Бара, давай. Душись. Что там сейчас будет? Ульт будет? Ой, я сейчас еще тоже ультану по крипам. А, не, не, ульт, не ультану по крипам, по миду. 2 секунды. Уже зарегенится к тому времени. Видели, Линку сбила. А в лобби не сбивает. В лобби не сбивает. Так, ну побежали за мной. Найс попадает стрелой.
Хорошо, ломайте это. Go. Я в суицидальную. Чё, пацаны, вы будете там делать? Go. Ладно. Молодец, Патма. Прям попадает хорошо. Прям хорошо попадает. Ну тут, конечно, непонятно было. Странненько, конечно. Но он молодец. Блин, так тяжело, ребят, на самом деле. Сижу, как будто реально без рук. Вообще голова не соображает. Вообще сижу. Вот миллион лет в доту не играл, реально зашел первый день, как будто реально играю. Вообще отвратительно играется. Вроде пытаешься сделать, что-то мыслишь, а не получается. Че, вы выиграть, что ли, собираетесь? Вы че? Серьезно? Вы выиграть собираетесь? Ну, ладно. Типа, я сейчас возьму, в трон буду прыгать. Проблемы нет в этом. Пусть пацаны маются. А, бара АФК стоит. Да? До бара 2 минуты. А, не, не 2 минуты. Ну, 2 минуты, да, АФК. Куда бежишь? За Легой. Ой, за Легой, за минером. Патма сама себя убивает. Ржачная ситуация. А я им сейчас просто трон доломаю, все. Надо крипов только до ХГ довести. Ничего страшного. Вот сюда курьер полетел. Сейчас мы его разобьем. А, за гемом он полетел. Он не за, не в магазин. Да, он за гемом пошел. Так, откидываем ульту. Крипов на ХГ там нету. Нет смысла идти, в принципе. Мид, они не спушат мид. Никак, в принципе. Сделаем давайте сюда ТП сразу. Некрань, манта. Все, это не считается бэкдором, крипа на ХГ есть, я вправе зайти и закончить игру, в принципе. Так что это не крицпа, поганил, слабил там. Нет, это просто геймплей. Крипа на ХГ есть? Есть, какие претензии, это ж не бэкдор. Ребят, ну вот Фурион, как правило, вот так вот катки и заканчивает. Так что, друзья, ну катка была не очень удачная, так сказать, но интересно. Ну интересно, go next. Так, поехала вторая игра, ребят, тут сейчас будем играть на стил, на пуш мы сыграли, на пуш, как вы видите, такое, игра еще и первая была такая разыгровочная, на пуш немного, ну, получилось, игру выиграли, да, в принципе, не сильно быстро спушили, пушерские айтемы, запушил катку, так сказать, но смысл-то в чем? Блин, неинтересная игра была, вот, ну, реально, в пуш, я постоянно по лайнам летал, а вот хочется что-нибудь прикольное. Хочется что-нибудь прикольное. А вот а что прикольное, это, соответственно же, Fast Dagon. Что же еще может быть прикольнее, чем Fast Dagon? Поехали. Через Fast Dagon, Ethereal, это будет, ну, более, я думаю, интересно. Через лес, ребят, если тут стоять в лесу, тут у нас уже не получится стоять, тут негде стоять. То есть, соответственно, ну, ГГ. ГГ, друзья. Так, что мы в этой катке делаем? 1-2. Качаем 1-2, будем закрывать спритов, будем бить, будем помогать мидеру. Будет игра более активная. Возьмем хилку. И будем гангероумы делать. Погнали на руну. Будем тут в дэмэдж выходить. Magic damage. Пойдем в magic damage. И надеюсь, что-нибудь прикольное получится. Интересное. Посмотрим катку сейчас. Прошлая катка была не очень, честно скажу. Много ошибок было, много в таверне сидел. Реально неинтересно было. Серьезно, как-то оно такое вот. На Фурионе, типа, блин, вообще Фурион очень простой герой. Очень простой. Я в свое время на Фурионе столько товаров спушил. Ой-ой-ой, прям так говорю, как будто... Ну, ребят, ну реально, 14 лет играю в доту, и я помню времена, когда Фурион был в мете. И Фурионом ты заходил, и просто апал ПТСом. Ты апал ПТС, ты из даже... Апал ты ПТС даже на Люкантропе. То есть, изи, блин, там Стони Геант. Это печалька. Вот Стони Гиант будет, конечно, досаждать сейчас, ребят, потому что у Фуриона очень мало хп, он может задушить. Может задушить. Валейкум ассалам, Узбекистану. Подписчик, что ли?
Не люблю, когда подписчики фоловятся на гайды, потому что они целенаправленно стараются как можно сильнее задушить, засрать игру. То есть они стараются бегать за тобой. То есть ты в любом случае ты выигрываешь, но путем таких, знаете, вот как вот надо вот уворачиваться, уклоняться там, уклоняться от всех атак, вот этой всей темы, то есть и хз. То есть тяжело, тяжело такие игры выигрывать, потому что... Так вот сделаем. Прикольно, что у Фуриона обозначение по карте такое видно, что сейчас туда тпшится кто-то будет. Руну бы забрать. Спектра забрала. Ужас. Как я не забрал? Ну я в стане был, блин. Не знаю, гол на эту линию. Бач. Гоу, я не знаю, фарму спектры тоже не хотелось бы забирать. Но я сейчас попробую просто пацанов поразминать. А фарму спектры постараюсь не забирать. Но если она будет отвратительно фармить, то я лучше буду забирать фарм. Тинику даю тычку, переагриваются крипы. Этого деда я заберу. Братан, у тебя хп падают. ХП падают, бро. Гоняем, гоняем, гоняем. А кто на миду стоит? Пудж. Пуджа можно загангать, в принципе. Я очень сильно линию запушил, на самом деле. Деда забираю постоянно. Разминаем пацанов тут, так сказать, по интересу. И надо пуджа на миду полететь убить. Убить хотят. Спектра кидай там дагерок в наглую и гоу разминать их. Так, руна сейчас будет. Руна сейчас будет. Какой пуджа? Руну заберу и гоу пуджа. Бара сейчас отхилится. Гоу за душу. Бара чаржнет. Тогда добивать буду. Хорошо. Промах. Понимающий промах. Я еще могу на топ гангнуть. Все. Отлично. Эх, ну не успеем. Не успеем. Я хочу фастовый догон, ребят. Как фастовый? Как можно быстрее сделать его. Го. Сало. Есть мана. 80 маны. Го, я побью его. Эх, дабл дэмэдж упал. Дабл дэмэдж упал. Ага, вижу. Тут маминетрик. Что? Что ты несешь? Да дайте мне пройти. Дайте закрою. Эх. И этого пацана тоже можем. Деревья не умеют рубить. Душим, душим, душим. Но я хочу его забрать. Эх, относ сработал. Но вот относы я не умею предвидеть, ребят. Ну, не умею просто. А так забрали, конечно, тут активно, активно играем. Активная игра не принадлежит таким же, как и я. Го-го-го, сало теперь. Опа, пудж пришел. А для пуджа я просто корм. На самом-то деле. Не достаю. А, еще и стан. Печально. Смотрите, какие лоу хп. Лоу хп страшно вырубай.
Печалька. Рике надо, чтобы топорик... Так, ну гоу попробуем где-нибудь здесь пуджа сейчас встретить. Варни купим еще. Гоу в наглую играть, ребят. Играем в наглую, страшно. Интересно, где пудж? Гоу сделаем ТП вот сюда, ребят. ТП сюда поставим, вард и выбежим. А, он уже отхилился. Лол. Печалька. Ладно. На ТП что ли ушел? Фармим дальше, ребят. Пока линия тут, ну так сказать, она подпушена. Фарм есть. Подфармим догон и будем с догоном делать вещи. Через 1-2 играем, чисто фан. Интересней катка должна быть. Главное, чтобы меня пуш не начал жестко душить. Вообще фаз догон — это 4-я минута. Типа догон должен быть на 4-й минуте. 35 латенцев поставим. ДК идет, да? Го, фура говорит. Го. Хорошо, душим. Я тавер на себя беру, типа это не камильфо на самом деле, но... Ладно. Хорошо. Еще можем, кто там еще есть. Боже, какая же активная игра, я люблю такие игры. Чел 50 латенса просит, ну серьезно. Блин, я покупал про аккаунт не для того, чтобы 50 лата тебе ставить. Хорошо. Опа, ча крипа пуч забирает. Ладно, пойдем на низ. Пофармим. На низ по фарме пойдем. Хорошо. Отлично. Просто стоим фармим. Че, омник крипов будет хилить? Я люблю омников, которые крипов хилят. Го-го-го. Пацана вот это. Наверх ультуем поверх. Сейчас ему пол лица прилетит. А, не, не прилетит. Вот от этого пацана надо на землю направлять. Хорошо. Сейчас пруты будут. Не буду. Блин, да что ж такое-то? Вот догон нужен Фуриону страшно, чтобы не стоять ластхитить. Не дают, всех забирают. Просто всех забирают. Есть догон. Гоу в догон. Фановая сборочка, ребят. Первая сборка была серьезная, вторая фановая просто. Догончик делаем. Просто, блин, то от нос, то с руки не добить вообще не, невозможно. Гоу. Сколько там? 1000 хп там, блин. Я типа прыгаю, и чё? Ничего, не будет ничего. Бара. Сало. Бьёте его, да? Хорошо. Уф, какие кривые спруты. Но мне помогут тут, да? Поможет, Лина тут еще пришла. Хорошо. Помогут. Какие кривые спруты-то были. Пуш на миду? Не, пуш где-то гуляет, кстати. Одна база уходить, ребят. Опасно. Гоу, делаем так, уходим. Отлично. Гоу сапожок возьмем хоть для этого, для... А, вот он и пуч пришел. Хорошо, хорошо. Блин, такая ржачная игра, когда вот эти ганги, роумы. Догончик — это хорошо. Гоу, ТП такое на мид сделаем. ТП такое на мид сделаем. Если что, догоновское ТП сделаем. В случае чего. Хорошо. Гоу.
Его душить, пацаны. Так, мне стана не надо. Это мой. По праву. По праву мой, ребят. Опа, ча, еще сайленсер. Рикимару вытягивают. Го, я могу его бить. Вот он вам. Вот она вам. Смотрите, что могу. От хука не умереть бы только. Ну, Бара не хочет чарш нажимать. Бара чарш не хочет жать. Надо уходить на ТП. Потому что не хотят пацаны жать. Вот сейчас почему-то Бара нажал кнопку. Я вот это он вообще не понимаю, ребят. Почему так сильно тянул? Ой, хук какой. Там еще и Тини. Ультанул. Блин, Пуджо не досталось. Пуджо не досталось. Я на низ ушел. Бара, если по ФК не стоял, он реально что-то АФК там стоял. Рили, АФК стоял Бара. И если бы АФК не стоял, мы бы там по-другому драку перевернули. А так что-то скучновато вообще. Догоны, догоны. И 150 хп можно было бы сделать туда ТП, если бы я раньше собрал. Ох ж ты фермеры. Тини, 900 хп, топорик. Сало. Сало, пуч. Гоу, догон. Не могу я. Возьмем варды 2. 2 штучка. Торжачная фигня. Долина постоянно догоном своим ультимативным закидывает. Жесть. Это тема, типа, вообще. Догон — это прикольно. Типа 100% фраг будет. Его сюда сделаем, ТП. Хорошо. Даст это. Отлично. Так, ну что, омники. Блин, меня эта муха напрягает, которая садится мне на слоты. Я готов. Догон второго левела есть. Можно поесть. О, омник, который крипов хилит. Люблю таких. Опа, опасно. Ну, барочка там еще. Барочка побежал. Будет ли хук догонку? Хорош! Просто молодец на пудже. Молодчина. Так, спорты докачали. Отлично. Кого здесь вардик воткнем? Красавчик. 1000 хп ДК, блин, я его не убью. Если только с ультимативной и с, так сказать, с догончика попробовать. С ультимейта и с догона. 900 хп. Очень много. Я его по армору вообще не пробью. Очень много хп. Вообще фазы гоу сделаем, чтобы быть более агрессивными. А почему нет? Так сказать, фейзы догон и поехало. Го драки. Го. Го фигахт. Вот так вот сделаем. Не добью, блин, печалька. Рукожопой называется. Забирать у Керри фарм, это я. Забирай. Оставляю тебе. Оставляю, биротан. Сорян, просто вижу цель, не вижу преград. Надо файты. Файты, файты, еще раз файты. ДК, Саша. Имеется ДК. Так, сейчас тут руну заберем. Руну заберем. В этой катке не обузим курьером. Вард поставили. Пусть вард стоит, может пригодится. Омник, типа, блин. Вот с ультой надо. Кого-то пешку делаешь.
Ой-ой-ой, плохие спорты. Ну не дотянулся немножко. Будет душить сейчас. Жирная свининка. Туша чисто. Догон второго левела не заходит туда. Хорошо. Отлично. Все, есть спруты. Есть спруты, вернее, есть тренты. Спруты ставим, тренты появляются. Хорошо. Го, да я готов, чё? Го. Агрессивный гейминг, привет. Стой, отдай сало. Отдай сало. Этого пацана мне надо забирать. Я что, зря догон делал? Не души, Рикки Мару. Рикки Мартин, не души. Че, можно попробовать сейчас Омника убить, догон сейчас откатится. Просто, блин, догон второй левел, третий левел надо проапать, он вообще очень быстро кдышит. Вообще кайф. 700 хп сало. Вардик снимает, да? Омнику влетело. Без учета резистов. ТПшечка есть, можно поесть. Гоу на топчик. На топчик. Сразу желательно отменяем каст, анимейшн. Как хотите называйте, анимация, каст. Очень это нужная вещь, отменять ее. Кого там душат? Кого душат? Догон есть. Тинис про каста меня убьет. Как и Пудж. Я люблю рискованных парней, да? Я Фурион, который против Тини и Пуджа собирает догон. Я люблю рискованных парней. Забираем тех крипов, которых крипов бы не забрал у нас керри. Там пацаны толпой собрались. В лес пробежимся. Так вот сделаем. Хорошо. Пацаны сейчас приоденутся по чуть. Типа вся тема с догоном закончится, придется выходить в пуш и пытаться выиграть уже через пуш гейминг. Тинь там приоденется. Хорошо. Типа надо сюда идти. Че, ребята, будем кого-нибудь убивать? Пуджи идут на низ. Пуджи идут на низ. Пуджи на низ — это хорошо. Я, в принципе, готов. Омник там еще, конечно. Хорошо. Так, ну что, ну ходят толпой. Только приоритет вижу фармить сейчас. Если ходят там ребята толпой, то только приоритет такой, что фармить надо. Фармить, 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 еще раз фармить. О, Рикки Мару прям подкинул. Тучку поставь, ему там ГГ будет. Я его закрою. Это мой клиент. А че Фурион бегает? Видели, как он забегал влево-вправо? Ну это тоже баг. 85-й карты этой, блин. Типа застилил. Скотинба. Да ладно тебе, бро. Это же фан-катка. Затащу. Кликает на меня. Ну сорян, ребят, ну я же фанюсь. Ну вы чё, догон в четверочку. Го. Догон в пятерочку. Го, откидываем ультимативную. На низу. Крипчиков подушить. Заходим на ХГ. ХГ размен на Т-шку. Ребят, вы шо? Кого ТП сделаем? Вот так вот. У меня ТП-шки обратной не будет. Если я сейчас блинканусь туда. Обратной ТП-шки не будет. Я умру просто суицидально, так сказать. Будет.
Спектра в негодовании. Радиенс у спектры. Чё, блин, жалуешься? Посмотреть. А, сапог Радиенс. Понимающая спектра. Сапожок Радиенс, это, конечно, страшно. Вырубай. Омник с даггером. Молодчиночки. Кого так закроем? Дагон тоже. Гоу сделаем. Сейчас крипы на низу выйдут, я бахну вот так вот. Будет уходить. А чё, ульта даже не долетел до него? Слишком много целей. Серьезно? Хорошо. Гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Души с руки. Смотри, что нажимает на него. Ой, сало идет. Гоу создаем вот так вот. Там еще и ДК летит. Еще идти не бежит. А тут типа ТП надо делать. Anyway. One way, так сказать. ТПшку делать только. Ой, здесь вард поставим. Жесть. Ой-ой-ой, там инвиз. Ай, там дасты, привет. Хорошо. Так, Дагон 5 левел. Что я с ним только делать буду, не знаю. Пока не придумал. Да. Согласен с тобой, брат. Дело такое. Дагон 5 левел. Да пусть пушат. Я сейчас ультимативную откину. Отдефится там половина. Половина отдефится. Лотар бы к этим айтемам был бы хорошо. Гоу. Это наш клиент. Стил гаминг. Деревор. Это типа как этот, понимаете, как лесной Казанова. У нас фосфиниши пишут из-за моей игры. Дагона в лоу хп. Ребят, если хотите заруинить катку пацанам морально, то собирайте этот билд хз. То есть все изи будет. Видишь. Сейчас лотар сейдж надо делать, ребят, потому что ситуация... Ситуация такая, что нужен лотар сейдж. Помник засранец там, правда. Сейчас лотар сделаем. Лотар, 5 левел догона, это будет круто. Лотар, 5 левел догона. Это круто. Чё не добил Рикимару? Хорош. Но мог это там сделать еще. А то плачешься. Сидишь. Нет, тут надо уходить. А я не успею. Ладно. Ну, в пятером пацаны играют, сейчас заварнемся. Пусть пацан порадуется. Пусть пацан порадуется. Так, ладно, выфармливай свой лотар, потому что я сейчас... Ну, хотел вот, хотел тиммейту помочь. Хотел. Ты стилишь. А ты мом на 85-й собираешь на Рике, ВС Пуджа и Тини. Все, я высказался.
Это отвратительно, видеть этот айтем против этих прокастеров. Дойдет до него ульт? У него лотар, колдастый. Где мой герой? Что за хрень? Хорошо, я тут умираю. В любом случае, он захилит даже. Печалька. У меня, я F1 кликаю, короче, герой не кликался вообще. Блин, не знаю, какие-то эти баги очень сильно напрягают. То есть я почему сейчас на базе был? Вы слышали, как я кликал F1? Чтобы герой у меня здесь, ну... Блин, во время каста, походу, герой не кликабелен просто. Лол. Это, конечно, баг. Так не должно быть. То есть, получается, я бесконтрольный в это время был. Абсолютно. Из-за этого так долго все вот тут сделал. Там две тычки дать, уйти в лотар, инвиз, тпшка, все, там ничего сложного нету. Такой бред, это баги. Ненавижу. Ненавижу. Го в пятером, душите, тиника убивают. Так, хорошо, продолжается файт, Рикимару должен драться. Блинкануться, он может на крипа блинкануться, просто идти, может поставить сейчас моку скрин, может просто вместе все разобрать, у Лины нету маны, правда, у Лины сейчас будет стан. Почему вы так кайтите их, боитесь? Сейчас же, блин, просто изи поубивать их можно. Изи, 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 изи. Я не пойду туда. Ну, типа, поддержки там не будет. Я пойду просто фидану сейчас. Просто рили фидану пойду. Там поддержки не будет. Я бы мог рискануть, но был бы у меня лотар. Там просто поддержки не будет в любом случае, если я пойду. Типа, там изи на самом деле, но... Поддержки там не будет. Го отойдем. Го отойдем. Го тпшку такую сделаем. Пусть кдешится. Все, сейчас будем спокойно, как рыба в воде будем делать все. Таст ты дал. КД. Беги, да, мом нажимай. АМС это не дает ни хрена. Он тебе только стана сейчас даст, у тебя пол лица отлетит. О-о-о. Собрал мом, пацан. Это все Фурион виноват сейчас. Мханик. Да там сентри скорее всего стоят. Там скорее всего сентри стоят. Хорошо. Мханик. Лотар собрал. Против Рикимару еще сейчас напишите. То есть как? Ну то есть сентри там есть? Расслабьтесь. Это фан игра. А че вы так прям жестко реагируете? Пацаны вон пушатся. Так, ну что? На ХГ не очень хочется прыгать за ним. Можно прыгнуть, в принципе. Сейчас вартик поставить. Ну, как обычно, не попал. То есть я, если... Если я не попаду, типа, ну... А я не попаду. То сразу, он сразу заметил, что я там стою. Гоу, некра, короче, я понял. Пацаны на дизмораль садятся. Когда начинаешь фаново играть, пацаны всегда на дизмораль садятся. Ой, Рикимару, фидер. Гоу. Бара стоит АФК. Ладно. Бара стоит АФК. Бара стоит АФК. Бара, набеги. Ну что сложного? Вот я сейчас просто умру тут из-за него. Закрою их двоих. Ничего страшного. Хорошо, минус два. Кидаем ульт поверху. Минус три. Отлично. Отлично. Да-да-да, поплачься еще на спектре. Хорошо. 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 Вот эту штуку надо тут поставить. И бежать. Беги, 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 беги вдоль ночных дорог, укради порог. Хорошо. Отлично, такие фурионы нам нравятся. Говна база.
Отлично. Микровчиков делаем. Беги, беги. Кто умирает, Спектра? От нейтралов умирает Спектра. Бедненькая, ничего страшного. И такому парню надо было фарм оставлять. Ну ничего страшного, ребят, я же по фану играю. Че вы, блин, прям так? Все обижаетесь, обиженки. Че, прям обиделись, пацаны. Там, ти, стилер би, мы с тобой играть би не будем. Ладно вам, это фан игра. Типа реально. Это игра, знаете, так в папчике. Ну, вот видите, некоторым это не нравится. Ти стилер би. Блин, ну, а вы что хотели? Я типа сейчас айтемы свои одену, и это будет жестко. Типа там, там я тини там пробиваю все время. У меня 100 урона, 100 дэмэджа сколько. Как бы изи катка. Хорошо. А, у меня куру забрали. Я думаю, почему у меня курьер не кликается? Мош. У них фарм мош. А у нас слабджил. Фурион. Да-да-да, попиши еще. Я вот все сделал, чтобы выиграть эту игру. Только лишь бы ты рот свой закрыл. Сэнго, уходим отсюда. Гоу, забайте. Это очень плохо. Это очень плохо. Ладно, я тут суицидальную отправляюсь. Есть байбек? Нету, жалко. Сало, ну Сало пошел на чек меня, но я думал, он где-то там далеко. Убивайте. Рики, Рики тучку дай. Ой, Тини не может кнопки нажать. Опять Рики башится. Убивайте. А, Спектра в инвизе. Бейте. Сами же руините. Вот я сейчас точно виноват, что Спектра ничего не нажал. Вот реально. Просто их логика в том, что если я стилю, значит я должен тащить. А сами они кнопки перестают нажимать при этом. Ты стил. Реально сейчас ничего не нажимает и винят меня, что я стил, тебе фарм, нах тебе фарм, фарм мне нужен, не переживай. Гоу. Гоу. А, успел ТП сделать. Гоу по низу, смотрите. Жесть, конечно. Что происходит с этим фурионом? Вот это да, меня ненавидят по максимуму. Максимальный хейт в катке происходит Фуриона. Максимальный хейт Фуриона в катке. Хорошо. Максимальный хейт Фуриона происходит. О, крипов хилит. Люблю таких Фурионов. Надо уходить отсюда. Там, блин, омника агоним, это очень плохо, ребят. Да, они ноют просто. Ну, КДАшеры сидят там, два. Ну, две малолетки. На Спектре малолетка, на Рикимару малолетка. Посмотрите на мои ассисты и на мой, на мои киллы. И он обижается, что у него не такая же КДАшка чисто. И плачется, типа, ти кончен бил, ти, я, типа, ти не таш бещ, там. Сейчас будем дефиться, наверное. Да, хотя там дефит, наверное, нечего будет, я по низу пойду. О, Рикимару, найс. Красавчик. Красавчик на Рике, конечно. О, минус ХГ. Нам ХГ снесут сейчас. Кого на базу? Пусть сломают. Я там не задефаю. Пацаны.
Надо разменивать тут. Надо уходить. Хорошо. Не натопим. Ну, овощи спектра специально не ультует. Я попытаюсь их затащить, потому что это овощи просто. Они специально не ультуют, ничего не делают. Пытаются заруинить игру. Реально. Хорошо, гол потоп. Что, ему не нравится, что я догон дал? Мне что, его продать, что ли? Боже, такие дурачки. Серьезно. Кому-то, конечно, не понравится. Я более чем уверен, что кому-то не понравится такой геймплей. Потому что, ну, я типа... Да, в большинстве случаев я стилю. Но, типа, сейчас не было, если честно, такой темы, что я застилить, типа, хотел. Просто дал догон и все. Просто дал догон. А они расплакались, пацаны. Одна специально кнопки не жмет, другой просто ноет в чате. Печально, видите, если честно, это, ребят, что уже доту прям так соревновательные эти раки сидят на своих 2К ПТСах. Прям соревновательные, у них тут такие катки, ну это неправильно. Соберитесь, играйте по приколу. Че вам такого? Прям вот они, им нужно обосрать максимально. Ведь это дота, это всего лишь, ну, развлечение, это фан игры какие-то. Это не серьезка какая-то там. Это фан игры. Сейчас в пуш выйдем. Агоном попользовались. Рикимару фидит там, как обычно. Яшка. ТПшечка. Хорошо. Го сюда. Го. Ведем крипов. Давай иди, чё стал? Хорошо. Хорошо. Минус барачка. Ну, конечно, расплакались хорошо тиммейты. Я, в принципе, пока что скормил им 900 голды. Прям 900. А давайте-ка посчитаем. 20, 20, 20, 20, 20, 5, 4, 20. Сколько? 200 и 400. 600. Алло. Привет. Я великий математик. Найс, меня поймали. Вот с дурачком повелся. А, боже. Закройте свои рты и нажимайте кнопки, если вы хотите выиграть. Зачем? Зачем вы отвлекаете меня от игры? Я не знаю, не специально. Вот я сейчас просто сидел, смотрел на карту, у меня... Ливни, вот так попросим. Прошу. И все. Все, если не нравится, ливни. Все. Пишем пацанам так, не будем настраивать их на победу, ведь они делают все специально, чтобы ничего. Вот спектра, 6 ассистов у нее ультимейт. Дает сразу 5 ассистов. 6 ассистов у спектры. И они меня еще винят в том, что я такой какой-то, ну, что-то неправильно делаю. А сами-то вообще ни хрена не делают. Ладно, мне нельзя ошибаться на самом деле. Если я это хочу выиграть, мне нельзя тут в игре вообще ошибаться, потому что за меня просто тотал дурачки. Вот один дурачок, вот второй и вот третий. Вот он. И они все ноют. Один Баратрум не ноет, потому что он такой тоже в ассистах. Так у меня ассистов почти как у Бары. И он не ноет. Просто играет. Все, вот весь смысл. У Сала очень много. Ну, нафидонили просто, что сделать? 11 у Бары, 10 Рикимару там. Конечно, фидонер еще тот. Расплакался. Ничего не делает в игре. Нам сейчас просто третью сторону снесут.
Я очень далеко. У нас нечем дефиться, по сути. Нечем дефиться просто. Чем нам дефиться? Лина слейвы даже не хочет подойти, дай. Хрен с вами. Атакуем здесь, пойдем. Я не спушу. Да пушу. Баланс на низу сделаю. О, омника хотя бы не отпустили. Омник. Я не успею тут. Ну, главное забрать барак. Успел, боже. Так сказать, на скилле. На скилле ушли. Но у нас минус низ. Ну, блин, увольни вообще страшно. Страшно, ребят, с такой командой. Да ты сам виноват, что кто-нибудь писать будет. Блин, ребят, ну просто объективно, в чем я тут виноват? Просто игра игрой, пацаны пообижались, перестают кнопки специально жать почему-то. И все, вот вам, пожалуйста, исход игры. Начинается руин. Пацаны специально сидят, кнопки не жмут. Я-то кнопки продолжаю жать, причем активно. А они не хотят. Они не хотят. Там омник, кстати, с ульты очень много может дефить. Хорошо. Хорошо. Хорошо, ребята. Крипчик стоит. Будет кто-нибудь трош убить? Спектра вообще фул игнор. Алло, фермер, иди сюда. Помоги Рошана забрать. Фул игнор вообще. Ладно, я понял. Главное, баш не выкинулся, чтобы. Хорошо. Отлично. Сносим пацана. Сразу все кнопки отдали. Очень жирный ДК ББ жмет. Зачем? Хекс бы какой-нибудь сейчас. Но у меня нету денег из-за того, что я не дерусь. Потому что там тут не с кем драться. Мы 5 на 5 ни разу не выходили. Никто кнопки не хочет жить. О, найс. Да. СП спектра за фул игнор игры. Спектра ужасно игнорит катку просто. Просто максимально, как это возможно, она игнорит эту игру. Вообще кнопку не жмет. На базу ТП сделаем. Низ Б пушить. Манта сейчас будет уже. Так вот сделаем. Спектра, конечно, да, ребят. Страшно мутит спектра. Варды мне надо поставить. В потную катку превращается данная игра, на самом деле. Но в потную, потому что все, блин, моралятся. Морально слабые люди сидят в катке в данной игре. Морально слабые. Умер сам, Тини. Но мне тут главное не умереть, и все. Так все нормально будет. Опасно здесь стоять, пока уйдем. Пуч. Сюда. Три. Вон они. Втроем. Поднимаем здесь. Главное, линии под пушинами держать сейчас, потому что мои ошибки. То, что хайграунды я не разменивал, это моя ошибка. Мои ошибки просто. То, что хайграунды не разменивал. Сало очень жирный. Посмотрите на сало. Сильвер Рейдж. Там вся фигня. Ну, просто они убивают. За фраги очень много дается. За фраги очень много дается. Стоям басала. Оу. Обманщик 228.
пса. Хорош, бьет. Го, иду, иду, иду. Давай, давай. А чё у меня герой не слушается? Держи в курсе. Приветики. Пистолетики. Сейчас прилетит. Нет. Вообще нету никого. Да, Лины не было. А, ну ГГ. Лины не было. Лина с фазами пока дошла. Убей его. А, там Аегис. Стан? Или вон Омника хотя бы. Сейчас Хекс ей дастся. Кинем. Жаль, у меня байбека нет. Убьет Сала его. На изи. На изи убьет. Сейчас гем еще отдаст. Так, догоны залетает. А вот а что на тине сейчас не кликают, а? Вот я не понял. Найс. Ну, эту катку мы, походу, все же всадили, потому что... 3-2-8 спектра. Да это ты просто стилишь, скажут. Да блин, у нее 8 ассистов, она специально кнопку на ульт не нажимает. Я что-то что сделаю? Если они прям сильно задизморалились так... Что я убиваю, они не убивают, и начинается вот этот диссонанс по игре. А я в айтемах страдаю, мы не деремся 5 на 5, нам не с кем драться. Мы драку проигрываем из-за Омника. Слабые тиммейты очень. Ничего, может что-то получится. Спектра у нас есть. Если она будет кнопки нажимать, если она захочет кнопки нажимать, мы это выиграем. Если нет, то скорее всего мы это проигрываем. Просто вся драка складывается из того, что они дерутся, и я подпушиваю. Все, ничего сложного. Нам сейчас ХГ будут заходить. Спектра должна нажать кнопку. Должна. Обязана просто. Просто обязана. Там, блин, там Аегис с одной стороны. Убиваем вот этого пацана. Убиваем вот этого пацана. Хорошо. Убиваем вот этого пацана. Отлично. Всех победили. Два гема лежит. Всех победили. Байбек Стони Гиант. У меня куры нет просто еще даже. В этом приколюха. Что сложно? Вот спектра нажимает кнопку и убиваем. Потничок пошел. 4 АФК гейминг. Мы не зайдем туда. Я на базу пойду, отресторюсь. Вардики расставлю. Вот сюда. Хорошо. Вот здесь крипчики сейчас будут. Но они уже ушли, они здесь уже. Go. Эх, Омника тогда, Омника, Омника. Ультуй в него. Хорошо. Этого каменного пацана. Хорошо. Успею ли? Отлично. Отлично. Давайте, давайте, давайте. Пушаем, пушаем, пацаны. Мы можем, мы можем. Ничего сложного нет. Просто вы сильно задизморалились. Просто сильно задизморалились, пацаны. Мид в это время пушиться должен. Почему АФК стоите? В это время должен пушиться мид. Просто сейчас тут все сдохнем и все. АФК гейминг. Минус. Не по дефолту уходим. Ну сюда.
Хорошо, мид пушится. Пацаны там со спектрой развлекаются, а я мид пушу. Заберу этот тавр уже. Хорошо. Вот они, 3К есть, можно поесть. Хорошо. Теперь сюда. Спектра зачем-то ББ нажала. Ух ты, меня там Сильвер Эйджем убивали. Понимаю. Хорошо. Ну так и работаем. Чё сложного-то? Да если пацаны не тильтовали, блин. Кинем ТП-шица, да? Идем не по дефолту. По дефолту ходить нельзя сейчас. Потная катка, реально. Пацаны ноют очень сильно. Гоу, дизоль. Такой простенький артефакт, который нам поможет сейчас в катке. КД. Хорошо, отлично, ультимейт влетел, он там сам заберет. Молодец. Молодец. Реально изи. Пацаны начали играть, изи пошло. Так, ну что там? Гоу, мид. Просто они так сильно затильтовались, пацаны, что, блин, серьезно. Просто кнопки перестали жать. Так же ж неправильно. Играйте в доты, это ж просто, блин, фан-катка. Которая в серьезную переросла. Просили у меня недавно потные игры. Вот вам потная игра, пожалуйста. Ребята не хотят. Там гем. Толкайте. Блин, я заберу любую сторону. На изи. Гоу, ЗБ. Хорошо. Меня просто сейчас... О, ДК пошел в пуш. Не сломаешь ты там. Прибьем ДК-шку. Толпой. Ну тут догоном не засадить него, это, конечно, грех. Серьезно, это грех, конечно, не засадить него догоном. Не знаю, отчаянный ДК такой попался какой-то. Ребятки. Отчаяние у ДК было только что. Го, вот так вот сделаем, ребят, и убежим. И убегаем. И убегаем. Убегай. Убегай. На метавер забегай. Это очень рискованно. Вот то, что я сейчас делаю. Очень рискованно. Не-не-не, кусаться не надо. А, все, меня укусили. Меня укусили. Да нету байбека. Но они разберутся, по идее, пацаны. По идее. Но без идеи они тут сейчас отсосутся и, конечно, игру сольют. Лина не поддержала вообще. Просто стояла. Эх, крипы вот тут подвели, на самом деле. Моя ошибка была. Я захожу, меня крипы окружают, и мне приходится очень много времени тратить, чтобы обходить фазы в КД. Печалька. Так, ну байбек 1800. Золота нету вообще, надо было лесочки подпинывать. Ну, почти допушил. Ну, а как по-другому? Как по-другому? Сейчас уже по-другому не получится. Пацаны что-то, не знаю, сейчас кнопки не нажали. ДК-шку убили. 60 секунд меня не будет. 60 секунд меня не будет. 60 секунд меня не будет. Омник очень сильно может, кстати, засейвить всю эту тему. Омника нужно убивать, потому что, смотрите, у него рефреш агоним, он может просто большое количество времени продержать в неуязвимости все бараки, всю абсолютную тему. Вообще дисбаланс. Прикиньте, Омник продает все айтемы и тупо начинает сейвить
всю команду, все бараки, чтобы их не спушили. Это жестко. Это очень жестко будет. Дефиц, сейчас будем пятером. Их два. Гоу. Надо дефиться, ребят. Иначе трон сейчас всадим. Глиф есть, в принципе. Да не, они не спушат, по идее. Они, по идее, не спушат. Там пуч, он уже стоит. Ой, бара умирает у нас. Втроем они там. Ну, ребят, это минус ХГ, я так подозреваю, да? Омник понажимает кнопки. Ну, душу что могу сделать. Хорошо, один есть. Оп. Мне плохо, пацаны. У меня ББ нету, да? Печалька. Давай, Лина, души. Хорошо. Уджик, не блокуй. Вот так вот. Молодцы, ребята. Дошли. 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 Задефились. Такой бред, если честно. Был бы сейчас байбек, я бы закончил уже. Куда куры летят? Фит-контора, что ли? Гем, собирательство гемов, ребят. Жестко, конечно. Ну, по айтемам я очень сильно просел уже 56-я минута. У меня уже там хиксы, керасы всякие должны быть. Но тут, видите, как бы... Получается так, что не деремся, особо не пушим. Гоу, гоу, гоу. Да изи там, на самом деле. 40 секунд опять, у меня рез. Я просто по КД в таверне сижу. По КД в таверне. Быстрее. Быстрее. Не надо туда. Б. Б. Хотя могут убить за Лину. Догон ультимативно счет БМ включит. Будешь в БМ ультовать. 600 демеджа с это, сало ББ. Сало ББ. Он ДК. ДК. Гоу. Я сейчас рез. Пали его, эй. Пали его. Го ДК убьем. Го ДК прибьем. Шо, где ДК? Я не вижу ДК. Гоу ДК убьем. Dragon Knight. Эх, много крипов столько там было. Гоу не сдеф. А нет у меня кнопки уже. Вон ДК. Он сам его убьет. Боже, как же хп улетают. Ну вот молодцы, чё бы пендривались. Все, вот этот фаст-фаст финиш. Гоу нам байбек на фарме. Но я соло прыгать не буду. Типа это ГГ будет. Тиник, конечно, очень сильно подставил. Своими ливами. Бывает. Бывает. Я подпушиваю. Стороны. Они вон, они леса фармят, типа, ну это нормально. Они леса фармят. Хорошо, эта сторона есть. У меня байбека нету, да? Гоу запушу все равно в любом случае. Пушим просто. Драка идет, просто пушим. Все, изи катка. Пацаны. GG, noobs, I say top. Да, типа, ну это ж логично просто. Пока идет файт, мы все, мега крипов сделали, ребят. Все же выиграли мы с ребятами. Не знаю, почему они так сильно тильтанули. Типа, ну серьезно. Это такой бред, они так сильно задизморалились, я не понимаю, зачем так тильтовать, это же просто игра, мы просто фанимся. И я уже просто, ну, начинаем в чате, уже прям реально грозно объяснять, что типа, ну, расслабьтесь, вы, блин,
Серьезно, что тут сложного? Тут очень легкая игра. На самом деле, вообще, там пацаны потеряются. Осуждаю. Осуждаю. Все. Да, ребят, не забывайте подписываться, чтобы видеть какие-то гайды интересные. Реально. Вот такие, например. Жопа у всех сгорела. Жопа у всех сгорела. В этой игре. У энеми. Я твой подписчик, я вижу, что ты подписчик. Найс, так, хорошо. Отлично. Ну, вот как-то такая катка, ребят. Цало, конечно, заряженный там. Гоу ДК. Гоу ДК убьем. Он умрет тут. Хорошо. Ничего сложного в игре не было. Пацаны задизморалились, заплакали. Блин, вообще. Типа, а 60-минутка на самом деле топотненькая вышла. Гоу, доламывать их. Пацаны бегут там уже. Годов, да пушим, пацаны, вы шо? Ой-ой-ой-ой-ой, жля, шо делают, прям задроты, задроты. А у нас пацаны леса фармят, не мешайте. Боже, но это было на самом деле реально тяжело выиграть с такими тиммейтами. Спектра, ребят, чтобы вы понимали, она только сейчас начала ассисты делать. Только сейчас. Вы видели всю игру, сколько у нее было ассистов. Она специально не нажимала свои кнопки, потому что она там обиделась, что я там забираю фраги. Да ну, блин, а чё по-другому как? Догон, догон собирается зачем? Чтобы стилить по фану. Ребят, не знаю, не судите строго. Если честно, я очень... Если честно, я недоволен этой игрой, потому что, ну... Чё-то пацаны начали просто тильтовать. Рикимару начал тильтовать. Зачем тебе фарм? Ты кончен бил. Блин, а сами-то кнопки перестали жать и начали игру из-за этого проигрывать. Вот такая катка, ребят. Вон, 40 ассистов Баратрум, ничего не написал. Красавчик просто. 40 ассистов Баратрум, вообще ничего не написал. Вообще молодец. А все остальные просто затильтовали, не знаю почему, типа, ну, реально. Просто, мне кажется, это было глупо. Ребят, в общем, такая катка, не знаю. Вот такой гайд Фурионом, да, как вы видели, можно сделать. Фаст-догон вышли, потом вышли в какой-то пуш. То есть, ну, как-то... пытаться играть. Можно выходить в другие билды, другой билд. Я вот не знаю, можно попробовать третью катку запустить на Фуриона, но... Я обычно так на стримах играю. Собираешь молнию, собираешь блейдмейл, прыгаешь за мест, нажимаешь БМ, кидаешь на себя молнию, кидаешь спрутов и просто разносишь. Ребят, ну в общем это все. Всем до скорого, с вами был Азес. И не забывайте, если вам нравятся такие гайды, ставить лайк и обязательно подписываться, если ждете какой-то определенный гайд. Всем удачи. Во. Дерись с ним. Промах, промах, промах. Вап-вап. Па-па-ра-па-па-пап. Найс, играем в доту. Спасибо за 3 промаха. Не, ну вы видели эти промахи? Это Орна. Тини, ну гоу, я заберу. Гоу, хукай его. Пуджик. Ну, это, конечно, орная тема. Он обратно побежал, 100%. Это орная тема, когда ты закрываешь, и с лоу-гранда у тебя 100% промах. Ну, просто трэш какой-то. Наказано. Отлично. Ага, дед прошел. Вижу, здесь надо будет закрыть. Так, вы куда пошли? Вы куда пошли? Алло, вы что, сломали что ли этот?
сломали... Блин, эта муха меня достала уже. Вы сломали мне катку, что ли? Напихали немного, уходим. Сейчас заберем айтемы свои и гоу. Жесть. Заовнено, так сказать. Слушай, не устал ты на своем? Игрок только его передамажит. Свинья. Почти сдох. Слоты освободить. Курочка, минус. Торро, Зорро. Давай РПшку ставь. Я даже не обижусь, если РП поставишь. Молодчиночка. Молодчина. Молодец. Наказано. И пошла ультимативная. На Тинника. Дасты нажали. Откидывать надо. 15 секунд я рисаюсь, иду гем забирать. Пока пацаны там. Пуш себя в суицидальную. Зевс, нажми сразу ульт, пожалуйста. Ой, Брошан забашил. Хорош Рошик, просто Рошик за нас играет. Вот так вот делаем. Пешимся. Блин, у меня ТП-шка, типа. Только вот попробуй меня затащить. Печалька. Гем своровал. Хрен тебе, а не айтемы. Оп, иди сюда.